Клаву Коку проверят сразу по двум статьям КААП и УК РФ из-за ее концерта во Владивостоке, который якобы развращал и шокировал местных школьников. Родительский гнев вызвало мероприятие в честь Дня знаний на центральной площади города. Там золотая антилопа Black Star в суперкоротком платье пела про доставку пьяной барышни домой и мне пох на фоне церкви. Мамочки шокировались и при поддержке местного Минкульта попросили прокуратуру проверить кумира малышей. Теперь странички стримингов Клавдии набирают прослушивание от прокурора Приморского края, который ищет антиконституционное богохульство, попадающее под статьи КАП и УК РФ. И да, Клаве может грозить тур не по стране, а по камерам. Потому что я люблю тебя.